Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про підсумки приватизації. З нами заступник директора департаменту по роботі з активами Альона Турчак. Добрий день. Альона Турчак займається питаннями приватизації у міській раді Дніпра. Має 3 вищі освіти, навчалася в Українському хіміко-технологічному університеті, університеті внутрішніх справ та Дніпропетровському регіональному інституті державного управління при президентові України. Працює заступником директора департаменту по боротьбі з активами, начальником управління з питань комунальної власності Дніпровської міськради. Хобі – біг, катання на лижах, читання книг. Альона, вітаю. Власне, перше питання. Однією з основних цілей роботи вашого департаменту, роботи вашого управління є ефективне управління майном. Власне, яке майно належить територіальній громаді міста Дніпра? Загальна така характеристика. Добрий день. Городу принадлежит много разных помещений. Это и отдельные строения, это и помещения на первых подвальных, на первых этажах, подвальные помещения. У них у всех разная классификация. Город имеет во владении, то есть детские садики, школы, больницы. Есть такая градация, да, то есть это социальные какие-то направления. Там, где находятся департаменты разные, то есть это и ЖКХ, и социальная политика, и ГУМ-политика. Также департамент по работе с активами имеет здание там, где мы находимся на Мечникова. То есть это все в города собственность, да. Но также есть для коммерческих целей. Вот, наверное, самое основное, то, что для эффективного использования, это, наверное, то, что не занято нашими для внутренних нужд города, то, что не занято, то мы эффективно используем. Естественно, что есть еще такие моменты, как что-то мы отдаем области, какие-то помещения, какие-то здания, то есть у нас совместное сотрудничество, что-то они нам отдают, то, что они не могут использовать или не случилось использовать. Вот. По то, что коммерческое, могу сказать, что в принципе продажа и приватизация, наша с вами встреча, идет успешно. После того, как мэр наш сказал, что давайте отдавать все малому и среднему бизнесу, то есть продавать то, что мы сами не охватили, и это правильная позиция, то, конечно же, в связи с рекламой, в связи с тем, что очень много объявлений, очень много людей обратилось, и это, ну, это как бы подтверждается спросом. Спросом на Прозора, спросом того, что многие арендаторы пришли с вопросом, мы хотим купить там, где мы уже находимся. Естественно, потому что они уже и привыкли, многие набили клиентуру и так далее. То есть это все уже моменты коммерческого характера. И, конечно, мы никому не отказываем. То есть если все правильно и документы все готовятся, то, конечно, мы только рады, когда в бюджет пополняется, люди довольны, и у них появляется такое чувство уверенности в завтрашнем дне, потому что они понимают, аренда и частная собственность – это разные вещи в какой-то степени. Да. Вот. Поэтому есть еще такое направление в том, что у нас есть корпоративные права. Да? То есть у нас есть, кстати, мы тоже сейчас разрабатываем проект решения для того, чтобы продать эти корпоративные права, потому как есть некоторые предприятия, в котором горисполком находится в какой-то доле, то есть или выкупленные акции, или наоборот владелец какой-то доли, какой-то части, и, скажем так, эффективно это раньше не использовалось, и дохода как такового огромного в бюджет тоже не приносило, поэтому пересмотрев все эти моменты, мы приняли решение, что нужно все-таки предложить купить либо на рынок, ну, в любом случае мы это выставляем на рынок, либо сделаем, естественно, предложение тем, кто является совладельцем данных частей. Может быть, они хотят укрупнить свою долю, что, наверное, правильно в наших сегодняшних отношениях рыночных там и так далее.
А як, власне, територіальна громада, які належать ця комунальна власність, може розпоряджатися майном? Це через органи представницької влади, чи як відбувається цей процес? Ви маєте в виду, як відбувається процес продажі? Трохи не так. От записано, скажімо, і на сайті, серед функціоналу департаменту, зокрема, управління, що територіальній громаді міста належить та власність, яка є у комунальній власності, вибачте, з тавтологією таку, да? От що значить розпорядження майном від територіальної громади? Тобто це робить міська рада, це робить департамент, це от як це відбувається? Це совмісна робота. Тобто це совмісна робота комісії, депутатського корпусу, горисполкома і департаменту. Це тому, що документи готуються в складний процес, сложный процесс для того, чтобы правильно распорядиться имуществом. То ли мы это сдаем в аренду, то ли мы это продаем, и почему мы именно это продаем, а не что-то другое. Естественно, что основная функция лежит на департаменте. То есть это анализ, это прогнозирование, какое-то планирование и так далее. А уже утверждает нам все комиссия и утверждает нам все сессия. То есть это работа депутатского корпуса. Мы не можем самостоятельно, ни я, ни департамент в целом не может самостоятельно принять какое-то решение. Мы даем информативную часть и готовим документальную часть. То есть это в виде проектов решений, в виде доручения на мэра. Да? То есть мы прописываем все эти, по положению прописываем все эти документы. И если мы получаем добро, мы выносим это на сессию. На сессию уже депутатский корпус рассматривает. Бывало такое, что мы предлагали, например, ну там образно из 25 объектов, ну какой-то один объект выпадал. Ну считали недоцельно. Все принимается, все замечания учитываются или вопросы. Часто очень на комиссии депутаты задают, звонят или там приглашают на комиссию и спрашивают, почему так, почему этот объект, почему продается, почему не продается. То есть, естественно, вопросов очень мало, потому что мы очень подходим тщательно к выбору того, что продавать. Основной критерий – это то, что очень долго стояло, неиспользовано. И никому, не то чтобы никому не надо, просто никому, видимо, не пришло информативно в документальном виде, что это тоже собственность города. Никто не оглашал ни список, никто не оглашал ни какие-то конкретные адреса. И просто даже вот люди, которые работают в структуре, они не знали, что это тоже является коммунальной собственностью. То есть самое главное – это информативная часть этого процесса. Вот. И когда мы осветили, что в аренде, что свободно, естественно, то, что свободно и не приносит никакого дохода, целесообразно либо быстренько предложить кому-то и взять в аренду, то есть опубликовать это в газете и на сайте. Но если никто не осилил этот процесс, то мы выставляем это на прозоро. Или сразу на прозоро, на приватизацию. Просто процесс на аренду чуть проще, чем на приватизацию. Поэтому иногда смотрим, что быстрее получается. Что быстрее получается взять, предложить кому-то в аренду или все-таки выставить на торги. А у довгостроковій такій перспективі більш ефективною, з вашої точки зору, є передача майна в аренду чи все-таки приватизація, продаж майна? Ви знаєте, я не можу сказати, тому що це потрібно дивитися, мабуть, більш детально і глибоко, тому що деякі питання завжди є приміщення, які я іноді за свое наблюдение хотела бы оставить в городе. Например, это мое субъективное мнение. Там, да, например. А то, что и такие ключевые какие-то якорные здания, какие-то помещения, в которых находится департамент или еще что-то, чтобы они были красивые, чтобы они были в центре города, чтобы они остались как такой фундаментальный актив горисполкома. А то, что мало используется или используется уже долгое время частными структурами, на здоровье. Пусть они платят деньги в бюджет и покупают, и становятся собственниками. Я не вижу смысла, и это неоднократно мэр говорил,
как свою позицию, и мы ее, конечно, поддерживаем, потому что не вижу смысла в городе держать большое количество недвижимости или помещений, потому как много аренды, больших арендных площадей таких или какой-то колоссальной цифры, оно все равно не приносит. Но стабильный доход должен быть. И вот оставить самых надежных арендаторов, таких как банковские структуры, да, которые заходят всерьез и надолго. Мы с ними со всеми сотрудничаем, мы с ними со всеми дружим. Поэтому, естественно, что хотелось бы, чтобы они оставались, потому что они очень надежные арендаторы, а мы для них надежные арендодатели. А средний бизнес – это очень такой переменчивый момент. Да? То есть кто-то открывает фирму, кто-то закрывает фирму, у кого-то какие-то бывают моменты. Поэтому здесь, конечно, такой анализ тоже, такому анализу поддается наше отдел аренды, как бы анализирует, где какие шаткие моменты. Да? Поэтому следить за законодательством, за новостями, кому сейчас будет хорошо, кому сейчас будет плохо. Ну, я так. Естественно, мы смотрим, что выгоднее будет, в каком направлении двигаться. Но я вам хочу сказать, что судя по тому, как мы с вами сейчас оговариваем процесс приватизации, то если говорить в цифрах, таких не самых-самых точных, а просто приблизительных, то у нас по системе Прозора продалось на цифру, я буду оперировать цифрами с НДС, потому что на 25 миллионов – это то, что мы пополнили бюджет за год. Это с НДС, да? Это с НДС. Минус 20%, якщо. Да. А где-то в районе 21 миллиона – это тоже приватизация, но это арендаторы выкупили те, которые обратились к нам, что они хотят купить. Это тоже довольно-таки крупная цифра получается, и она очень близка к Прозора. И еще где-то в районе 21 или 26, вот я тут сейчас могу немножечко быть неправа, потому что не посмотрела концовку года именно, это аренда миллионов в год. То есть, в принципе, цифры очень близки, подтянулись друг к дружке. Естественно, хотелось бы увеличивать доходы от аренды, потому что они стабильные. Потому что систему аукционов спрогнозировать крайне тяжело. Как пойдет процесс на торгах и закончится ли он финалом выкупа, то тоже большие вопросы. Потому что человек всегда может отказаться, и это по закону, у него есть на это время. И временной период, и его желание должно подтвердиться документально. Ви сказали таку фразу, що продовжуєте виявляти майно, яке, власне, є у комунальній власності. Да? Що це на практиці означає? Як ви його виявляєте? Чи багато такого майна знаходиться? Достаточное количество, если смотреть, что вообще что-то приходит в коммунальную собственность не от того, что нам передала область или какой-то завод, или еще откуда может прийти, или кто-то подарил, такое по закону тоже возможно, и такие случаи были. А когда есть, например, процедура, когда мы находим, выявляем, ничейные помещения или ничейные заброшенные здания. По такой практике достаточно где-то около 20-30 объектов зашло в коммунальную собственность по всей процедуре. Она долгая, сложная, поскольку нужно выверить и никому не нарушить ничьё право частного владения. Ну, мало ли, может быть, этот объект заброшенный, но его хозяева есть и владельца у него есть. Но они просто не обращают, ну, пока не занимаются этим объектом. Поэтому, естественно, процесс очень длительный, он длится официально только год, а пока мы еще его на поиски потратим время, то есть достаточно долго. Но такие помещения и здания мы находим. И я считаю, что это в плюс, потому что сразу же готовый объект, зарегистрированный за коммунальной собственностью, принятый на баланс, он сразу же отдается либо в систему Прозора, либо в аренду. Якою законодавчою базою ви керуєтеся у своїй роботі? Я знаю, зокрема, ми з вами говорили до ефіру, що президент підписав новий закон
Расскажите про это. Мы, конечно же, пользуемся всеми законами Украины, которые касаются коммунальной собственности. Она очень смежна сейчас. Законодательство очень близко теперь к законодательству фонда Держмайна. То есть, если раньше немножечко отличалось, то теперь мы практически нога в ногу идем вместе с фондом Держмайна. И сейчас, да, 24 декабря президент подписал новый закон, он должен был 25-го быть опубликован, о том, что сейчас немножечко изменится процедура передачи в аренду коммунальной собственности и собственности государственной. Что это значит? То есть мы идем все-таки в полную прозрачность и в полную открытость. Система Прозора уже зашла к нам по приватизации, теперь подтянулась и аренда. Естественно, что есть переходной период, нужно будет вычитать закон правильно, он только-только новоиспеченный. Вот. Поэтому нужно будет понять, как теперь работать и, естественно, подправить положение внутреннее наше, по которому мы работаем, это городского совета, как нам прописали положение, по тому, как мы действуем в связи с, на основе законодательства. Вот. Ну, теперь как бы нам надо, время турбулентности какой-то, может быть, будет, когда, может быть, придется приостановить деятельность для того, чтобы правильно ее организовать. Но это все, ничего не остановится, это точно. Вот. Система, в законе прописана система электронная торговая система, будет это та же площадка Прозора или нам предложит Кабмин какой-нибудь еще одну версию электронных торгов, я не знаю, но нам разъяснения, как бы, я думаю, пропечатают или вышлют, как нам работать, с какой системой. И мы, конечно же, с удовольствием начнем работать по-новому. На одній сесії міський голова сказав таку фразу, я недослівно цитую, що комунальне майно де-факто є баластом, від якого слід позбавитись. Я так розумію, ви погоджуєтеся із цим? Звісно. І судя по тому, з яким темпом ми йдемо в продажі, то, звісно, ми його підтримуємо. І, звісно, я такого ж мнення. Але, звісно, ми живемо в нашому любимому місті, і то, что касается наших личных возможностей помочь нашему городу и помочь самим себе, естественно, мы не упускаем ни одной возможности. Что это значит? Мы проезжаем мимо разными улицами, где-то кто-то живет, где-то кто-то работает, мы видим немножечко неопрятное, может быть, какое-то помещение, может быть, на первом этаже, какое-то заброшенное, с мусором и так далее. И если это в коммунальной собственности, а не в частной, то мы прикладываем все усилия для того, чтобы быстрее передать это в частные руки. Человек, который хозяин в своем помещении, он обязательно наведет порядок, он обязательно облагородит все то, что вокруг, потому что это как-то внутреннее наше воспитание, мы все привыкли к этому, и к этому все стремятся. У города не хватит возможностей все отремонтировать, то, что касается коммунальной собственности, потому что нужно уделять внимание жильцам, это важней. А коммунальная собственность, она потому и проседает, потому что на нее отдельно выделять самим же себе, как-то некрасиво. Mm-hmm. Вот, но потому все очень быстро продается. Естественно, очень приятно видеть, как изменяется. Я это вижу точно не только по фотографиям, а выезжая на объекты, когда человек берет в аренду или покупает, и потом проезжаешь, и через полгода там уже красивое освещение, там все работает, там уже уже какой-то магазин, уже какой-то офис, и все очень, естественно, сразу все оживает вокруг. Это правильно. Ну, естественно, еще один очень важный момент, когда все закрыто на ключ, не везде можно отключить отопление. Да? То есть такие моменты, что вот жилой дом, вот находится коммунальная собственность, она на первом этаже, и жители, спасибо им, кстати, большое, они сигнализируют о том, когда приходит отопительный сезон, что вот это помещение коммунальное, пожалуйста, помогите, оплачивайте коммунальные вытраты. Городу очень сложно на это все тратиться. То есть это, я считаю, неправильно, чтобы оплачивалось, тратились из бюджета такие средства. Потому мы это все отдаем, чем быстрее, тем лучше,
на пользование другими людьми. Иногда даже вот приходят те, которые на втором, на пятом этаже живут, говорят, а дайте мне помещение, мне недалеко будет ходить в офис. Вот элементарно. Они просто не знали, что у них коммунальная собственность является, находится на первом этаже или в цокольном помещении. Все, сразу вопрос решается, и люди при месте начинают облагораживать территорию и оплачивать все эти услуги. А як відбувається взагалі ціноутворення стосовно тих чи інших об'єктів? Сейчас, пока сейчас еще действует наше старое законодательство исключительно только путем оценки. Оценка – это определенный вид деятельности, он лицензированный, и департамент или там горисполком самостоятельно ничего не оценивает. У нас есть балансовая стоимость, то есть это бухгалтерия. Мы ведем бухгалтерию, мы амортизируем по определенной формуле амортизации, амортизирует наше здание, все это ближе стремится к нулю, да, но не может никакой объект стоить ноль, мы же это понимаем. Это просто бухгалтерское направление. А оценщик, выезжая на место, которого мы приглашаем по конкурсам, ну, здесь мы не одного приглашаем, а нескольких, всех вообще приглашаем. Вот, по конкурсу мы приглашаем оценщиков, которые при выигрыше, то есть который дает самое лучшее предложение, он выигрывает и идет оценивать конкретный объект. И вот, основываясь на его экспертном мнении, и происходит дальнейшая процедура либо сдачи в аренду, либо продажа. Но есть изменения в корректировке в продаже, что мы продаем сейчас по балансовой стоимости, имеем право. Это очень для меня было, так скажем, немножечко напряженный момент, потому как 21 гривна, вот у нас была ситуация, 21 гривна мы выставляли помещение. А что это за объект? Я вам даже сейчас скажу, 21 гривна у нас Комсомольская 45. Вот. Старокозацька зараз. Старокозацька. Да, да, вот мы поряд знаходимся, да. Мне фактично. Мне очень было волнительно за эту цифру выставлять, потому что, ну, это были, ну, это сущие копейки. Но система Прозора и рынок, и желающие все выровняли, и объект продался за почти полмиллиона. Угу. То есть в любом случае не бывает подарков судьбы, да, каких-то там, ну, каких-то, ну, рынок все исправит. То есть, но очень, я вам хочу сказать, волнительно продавать, выставлять за такую цифру. Но, наверное, это и плюс, потому что за эту цифру хотят побороться многие. И они начинают уже между собой торговаться, и выходит цифра. Ну, и перемагает сильнейший. И выигрывает. А это как раз татожнее. Вот, то есть и найсильніший, и найбагатший. А взагалі, от ми згадали про 21 гривню, ви згадали. Які були цікаві об'єкти, що доводилось продавати? Які цікаві покупці, що купували ці об'єкти? Да, есть, за этот год у нас был такой случай. Хотелось бы отметить, что, знаете, мы в нашем департаменте даже шутили, что мы вышли на международный уровень, потому что у нас объект недвижимости коммунальной купил гражданин Нигерии. Вот, они у нас находятся, проживают, может быть, они учатся, мы так и досконально биографию не изучали. Они находились в этот момент в Украине, они находились в этот момент в Днепре. И они выиграли конкурс, они выиграли аукцион и заключили договор. То есть я надеюсь, что проплаты произойдут, потому что есть процедура, когда заключается договор, потом дается 30 дней на то, чтобы внести оплату, полную стоимость объекта. Вот сейчас мы на этой стадии как раз. И мы с трепетом смотрим за процедурой, наблюдаем. Очень хочется, чтобы действительно, это еще раз подчеркивает то, что абсолютно любой человек, заявляясь на Прозора, может себе, главное, можно, чтобы это можно было себе позволить. Все остальное, препятствий никаких. Багато розмов викликала ліквідація будинку вчителя, це гуртків, які там були. Ваш департамент займався цим питанням? Да, мы касательно прошли по этой истории. Мы подготавливали решение о передаче
это на баланс коммунального предприятия с одного на другое, с гуманитарной политики к нам в департамент. Мы занимались этим проектом решения, мы его успешно провели по сессии, то есть а департамент гуманитарной политики взял дом учителя как юрлицо и переместил в другое помещение, потому как вот этот все ореол вот этого здания, оно готовится какой-то очень интересный проект или готов, просто я не совсем сведома, потому как не вникала в такие тонкие детали. Есть проект развития города именно в этом куске. И там будет очень, очень красивая, облагороженная территория вокруг, и в том числе дом учителя, в том числе. А само юрлицо не пострадало, и кружки не пострадали. Чи регламентується те, як власник може розпоряджатися своїм майном? Ви маєте в виду якісь обмеження? Так, так. Наприклад, він захоче знести будівлю або повністю якось перебудувати, не знаю, там залишити одну коробку чи, не знаю, додаткові якісь стіни поставити, щось таке. Вообще есть ограничения именно в законодательной базе. Допустим, либо арендатор, либо сам властник, он имеет право, он не имеет, вернее, права, допустим, без определенных документаций, тех документаций, что-то равнять с землей, то есть полностью сносить под ноль и возводить что-то новое. Эта процедура должна идти только исключительно по проекту, и такое помещение должно, или там здание должно признаться аварийным, и тогда под аварийную ситуацию готовится проект реконструкции. И он согласовывается с очень многими инстанциями, и в том числе на градостроительном Градсовете, прошу прощения, на градсовете. И это уже архитекторы смотрят и все остальное. То есть там очень сложная процедура. Но она имеет жизнь, и такие моменты происходят в городе. Вот, например, там площадь вокзальная, да, там еще какие-то. То есть только через проект, через реконструкцию, через утверждение и все остальное. То есть и сети там присутствуют, и много очень деталей, которые больше скажут, наверное, архитекторы нашего города. Но вот что касается вот таких моментов, нельзя снести, нельзя разломать. Альона, от ми з вами говорили, вже, мабуть, останнє питання, що у 2019 році продано об'єктів на більше як 20 мільйонів гривень. Да. Чи збережеться у цьому році, у 2020 році, така тенденція? Я думаю, да. Мне лично хочется даже преувеличить эту сумму, потому как уже на данный момент мы подготовили на январь месяц, на январскую сессию, подготовили много объектов для продажи. И, соответственно, мы сейчас готовим еще дальше и смотрим, выявляем, что нам хочется продать в этом году. Поэтому мне бы, если честно, хотелось пополнить бюджет на большую цифру. А там я буду надеяться на наших граждан, которые будут очень самоотверженно торговаться. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з заступником директора департаменту по роботі з активами Альоною Торчак. На все добре.